Добрый день, друзья. Какой туман! Какой туман! Там гуляешь внизу, этого не видишь. А мы с вами на 23-м этаже. И у нас туман, влажность. Все, ребят, мы уже дня 3, наверное, 2-3 дня. У нас оттепель, все течет. Плывем. Города не видно. Снег мокрый везде. Все тает, ничего себе туманище. Да, влажность. После минуса у нас резко плюс 0, плюс 1, плюс 4, плюс 2. Вот такие температуры сейчас. Даже не ожидала, что такой туман. Города не видно. Туман, туман, туман. Высокие перила, но почему-то не хочется подходить поближе. Двор вам показывает. Все, сейчас, ребят, зайдем. Посмотрим, сколько у нас квартир на этаже. Мы находимся недалеко от метро Озерки. Но сейчас вы ничего не увидите из-за тумана. Сейчас во двор выйдем, посмотрим. Это север города. Синяя ветка метро. Улица Лиственная. Да, Лиственная. Так, сейчас зайдем. Адрес вам потом скажу. Ой, как тепло здесь. Раз, два, три лифта. Отделочка. Потолки. Ну, хорошие, высокие потолки. Плитка. О, какой коридор у нас. Сколько квартир на этаже. Смотрите, какая отделка. Так. Так. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять квартир, если я правильно посчитала. Выходим к лифту. Так просторно, холлы просторные. Строительный трест. Компания, известная по городу. Сейчас на первый этаж спустимся. Холл просторный возле лифта. Батареи, смотрите, эти наверху, а не внизу. Этажики побежали. Сейчас выйдем на первом этаже, посмотрим холл, первый этаж и выйдем во двор. Строительный трест, это, по-моему, и в Кудрово есть, и на юге, там у нас, где новоселье, там строительный трест. Вышли на первый этаж, смотрю, служба для диспетчера есть, вернее, окошечко для диспетчера. Это на первом этаже мы, здесь ящики почтовые. Вот мы вышли, здесь второй холл, ящики, по кнопочке вышли. Елочка. Елочка и дождик. Дождь, ребят, идет, даже не погулять. Но детки там, конечно, бегают. Это во дворе поставили елку на детской площадке с огоньками. Сейчас почти в каждом дворе елочка. И дождь, ребята, дождь. Снег тает активно. Вот, смотрите, сплошные лужи. Идешь, весь мокрый. Давайте немножко с вами пройдем. Все капает, слышите? Капает дождь, надо прятаться. Адрес Лиственная, дом. Не вижу, табличка какие-то была, там даже что-то строится.
знаю, впишу доступности, наверное, метро Озерки. Снег тает, сверху берется, знаете, такой скользкой корочкой. Некомфортно, некомфортно. То есть ноги все мокрые. Вот эти лошади, ноги мокрые. Мне кажется, мы как-то летом уже в этом ЖК гуляли. На первых этажах магазинчики. Дальше двор. И в эту сторону дворы. И идем по лужам. Не припарковаться, не обойти. Нереально. Ноги мокрые. Как налетели уже к Новому году. Окна в огоньках. Так, ну пойдете сюда, на какую-нибудь улицу выйдем центрально. На первых этажах, как всегда, магазины, аптеки, салоны красоты. Даже Пятерочку видела я на первом этаже здесь. Обычно таких ЖК нет. Ой, какой новый. Новый ЖК рядом. Да-да, точно, мы были, только вот аж сюда не дошли. Единственное, дом, адреса не вижу. Так ухожена территория, но не закрыта. И адреса не вижу. Кафешечка на первом этаже, шоколад, кофе. Деревца, смотрите, как обвязали на зиму. Расчистили. Перед домом служба. Ага, по кнопке заход. Там по кнопке, а тут мы свободно зашли, вышли. Так, адреса все равно не вижу. Смотрите, деревца как связали, чтобы они на зиму постояли так. И новостройки. Детская площадка уже. Да, интересно. Вот он туман, который мы видели сверху. А, да, вот мы были вот в тех ЖК с вами. Посмотрим в конце видео, где это на карте и сколько стоит недвижимость здесь. Здесь мы были в этой арочке. Да. Ветер у нас. А над каждой парадной, смотрите, повесили звездочку. С огоньками, да. И вот раз, парадная. Скамеечки. Ну, как сказать. Не знаю. Вот там уже дома постарше вижу. Пятиэтажка, что ли. Кирпичный. Новострой. Номер дома. Увидеть бы номер дома. Если увижу сейчас. Ну там тоже новострой. Ну до метро пешком, ну, наверное, да, можно дойти минут 20. Идти. Плюс, что расчищено так хорошо. Куча вокруг снега, но пройти можно. Смотрю, психологический центр «Среда» на первом этаже. Интересно. Цокольный этаж. Ёлочки, ёлочки. Я вам напишу адрес. Когда увижу табличку, ну, Лиственная, 18, если я не ошибаюсь. Да, это другой двор, другая елочка. То есть это улица. Вот они лужи, но это еще маленькая лужа, тут можно пройти. Такие лужи, что... Наверное, вот так насквозь можно пройти дворы. Сейчас мы пройдем. Потепление и сразу ветер. Ветер, комфортно. Лучше спрятаться, еще и дождик. На Петербурге, кстати, не часто такая погода. В Латвии вот я росла, в Калининграде гораздо чаще, откуда мы приехали. Елочку тут поставила.
Класс. Гораздо чаще. Ой, арка. Зимой такая погода, когда снег тает. А да, вот тут вот. Насквозь мы прошли. Доставка работает, смотри. А в Петербурге в основном или мороз, или раз все растаяло, и снега нет. А вот это прям каша на вас вот такая. Не каждую зиму. Если есть, очень быстро проходит. Дождь на студии для детей и взрослых. Только вот снег, я не знаю, наверное, есть парковка. И автомобиль. Так, я не знаю, где это паркуется. Все, посмотрите, занято вокруг машинами. Много машин не поставишь. Да, для прогулки денечек не очень хороший, но я показать вам ЖК и показать вам погоду. Погода. Что мы таем, у нас плюс. Уже несколько дней вперед я посмотрела на несколько дней. Тоже 0 плюс 2. Может быть, вообще растает снег, успеет ли? Потом наверняка морозы. Хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо за комментарии, за лайки. А вот пятерочку видела. Спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Вижу, все читаю. Моим постоянным зрителям отдельный приветик. Подписывайтесь. Говорим о жизни в Петербурге. Обо всем. О недвижимости, о работе, о погоде, о климате, об атмосфере города, о том, как здесь устроиться. Обо всем. Все, пойдем смотреть квартиры, ребята.